почему не принимает Европа Турцию? Она боится. Чего мы-то не боимся? Турция 70 лет назад, население было 17 миллионов. Армия турецкая самая сильная в блоке НАТО. Миллионная армия. У немцев 300 тысяч. Немцы это уже не солдаты. Турецкие солдаты основа сухопутных войск НАТО. 150 миллионов турок через 30 лет. Самая мощная сегодня сильная, сплоченные все. Они же сомнут Армению. Сомнут ее полностью. Соединятся с Азербайджаном. Создадут великое турецкое государство Туран. У них есть что их сплачивает. У них язык сплачивает. Турецкий язык это азербайджанцы, туркмены, узбеки, киргизы, казахи, татары, башкиры. Их, наверное, 200 миллионов, если всех собрать. Турки, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. У нас Горный Алтай, Хакасия до Красноярска, Красноярский край. Там еще есть вот река Енисей, енисейско-архонские надписи на тюркском языке. Древние тюрки там. Все офицеры азербайджанской армии, туркменской, узбекской, казахской, киргизской, все проходят обучение в военных училищах Турции. Они планируют создать военный союз тюркоязычных стран и народов. Представляете, что это будет? Тогда мы не сможем и свою военную силу использовать. Объединенная армия у них будет 10 миллионов со всего тюркоязычного мира. Ну и в конце концов многомиллионная армия тюрок может начать вторжение в китайский Туркестан и раздербанить Китай. Вот их голубая мечта.